Привет всем любителям ножей, хороших металлов. Вот. Будет проведен вот такой вот тест, довольно жесткий. Нож я брал просто для того, чтобы переделать другой клинок. Вот, брал из-за металла, попробовать, что это за металл. Он идет под маркировкой Z90 или Z60, не помню. Вот, нож будет переделываться, поэтому я не упустил такой возможности испытать его вот по рубке проволоки. Проволока где-то 3,5, примерно вот так, миллиметра. Чуть-чуть, по-моему, прикаленная. Так что не удивляйтесь, нож будет переделываться. Он мне не под руку. Вот. Ну, вот такой вот тест. Короткий обзор кизлярского производителя нож Т1. Вот, был он с черным покрытием. Я его нулевочкой снял, это черное покрытие. Снимается оно замечательно. Вот, ну, ножны, в принципе, мягкие, нормальные. Вот. Само видео на тест рубки 3 или 4 миллиметровой стальной проволоки. Прям под молоток. Вот. И, значит, сейчас вот лезвие вот такое. Ну-ка, вот так вот держи. Поближе, поближе. Ага. Прям под молоток. Давай еще. Вот гвоздики вот такие. Проволока довольно-таки жесткая, даже чуть-чуть прикаленная. Вот. Ну, смотрим, что здесь получилось. Вот, чуть-чуть забоинки. Сталь Z90 или Z60. Вот, практически ничего не видать. Немножечко что-то такое есть, но металл отличный. Ну-ка. Чуть-чуть буквально есть, но это даже вот на саму остроту лезвия абсолютно не повлияло. Так что металл настоящий. Так что вот такой обзор. Ну, сам нож такой ломик. Грамм 300 с лишним весит. Пятерка металл. Вот такие своды. Вот, гарды нет. Ну, поэтому он считается не холодным оружием. Вот. Идет как туристический и с документами считается как не холодное оружие. Вот. Ну, всего доброго. Пока.